4 штрафной, практически стеной стоит. Это такая обманчивая смелость, с одной стороны, Египта, да, и обманчиво дает преимущество Египту команду Уругвай, потому что она в любой момент, как змея, готова будет ужалить. Умеют забивать эти мячи. Два центральных защитника сборной Уругвай. Вот они почти в одну точку приходят. И если бы не Гименов, вполне возможно, пробил бы Диего Годин. Но уругвайская команда побеждает. И судя по моменту, созданному во втором тайме, логично героем становится Хосе Мария Хименес. Такие трамваи плачутся Джокером. Через стадион на Московского Радищева цирк туда. Ну не бать, нормально, ну тупо, знаешь, как бы отдыхаю, как рис. Я русский. Русский. Португалия, да? Да, Португалия. О. Ну, скорее всего, всосет, но тем не менее. Ой, внутри меня, это все равно. Раз залутали пиво. Че? За Португалию или? Да за всех, да. За Уругвай, главное. Туалеты вот прямо и влево там увидишь указатель. Баранов! Сейчас завалит. Нет. Вы потеряли Вася, он умер. Все-таки отыграли. Ну, сложно сказать. Все-таки вместе. Народный заработал пенальти и сразу и забил гол. Второй тоже, в общем. Там, где гол, я все не упал. Так, чуть-чуть. Слегка звон так повторит. Спортсмены думали, но ведь ситуация, когда я... Человек есть.